Итак, ребятки, всем привет. С вами Гаст, и мы находимся на сервере Andorra World 1.4.6 версия. Последних обновлений, что хотелось бы вам рассказать из интересного. Это, во-первых, первый видос по серверу. Да, надеюсь, что я их буду снимать почаще, что-то рассказывать, что-то показывать, что-то интересное, может, неинтересное. Это уже на ваш, так сказать, вкус и цвет. Ну, из интересного, у нас в пятницу стартовала БД. На БД было больше, чем 1500 человек, что-то 1550, почти до 1600 дошло. Вот, видео выйдет сегодня в воскресенье, сегодня также БД, не забывайте, потому что здесь очень сочные награды, обменник поменяли. И самое интересное для меня, это вот такие вот печать куба, знак командира, книга судьбы. И здесь можно накрафтить репу, если вдруг захотите, стелы, естественно, для ЦГД, шарики. С 5 по 7. Ну, вино, и это понятно. И Кхареса, это все понятно. Вот. Поэтому на БД ходите. Это дополнительный фарм, фан, часик. Я думаю, что не составит вам труда это все пройти. По персонажу быстренько пройдете. Не так, как бы, интересного что-то есть. Это три шмотки иния. Верх поножи и шапочка. Сапоги у меня за формы сделаны, наручи тоже за формы. Надеюсь, на этой неделе, ну, точнее, к концу следующей недели я нафармлю 99-е, две шмотки, сапоги, наручи, для того, чтобы фармить. Может быть, соберу бок паньгу и начну уже фармить штаны и низ бижу, для того, чтобы дальше больше аспида собрать и хорошо фармить. Ну, естественно, бок раб, куда без него, потому что кастет иния — это хорошо, но... Интереснее было бы, конечно, побегать с бокрабом, пофармить. Вот. По шмоту моему все, там, как бы, круг плюс 2, плюс 3, плюс 5. Не особо интересно, нечего на него смотреть даже. Вот. Хотелось бы обсудить немножко еще карту. На этой неделе у нас было всего одно ГВГ, вроде бы, из тех, которые... Ну, самые интересные были и долгожданные, скорее всего, для сервера. Это боевое ГВГ Elsweather Hide. Вот. Много говорить не буду. Вот. На форуме уже была создана темка насчет того, чтобы сделать ГВГ с вышками. Это когда у вас построена вышка и иммунитет на кристалле. Вот. Надеюсь, что это сделать, потому что это будет интересно. Это будет дольше ГВГ, больше фана. Да, перекатывание это может быть не так интересно с точки зрения того, что надо бегать и так далее. Но именно по длительности и по тактике, я думаю, что это будет намного лучше и для кланов, и вообще в целом для контента. Вот. Небольшие вырезки вас ждут с видео, точнее со стрима ГВГ. Я сделал небольшие вырезки, поэтому следующий эпизод будет с ними. И небольшой еще такой предикт расскажу вам. У меня в Телеграме стартовал розыгрыш на 500 голды по 5 мест. То есть 5 мест по 100 голды будет. В общей сложности разыгрывается 500. Что вам нужно сделать? Это подписаться на Телеграм мой, на Телеграм канал сервера, нажать кнопочку «Участвовать» и все. И ждать 30 сентября, когда разыграет бот вашу голду. В принципе, все. В видосе не буду разыгрывать, потому что розыгрыш уже идет в телеге. Подписывайтесь на телегу, подписывайтесь на мой YouTube канал. Жду всех. Всем хорошего просмотра, вырезки из ГВГ. До скорых встреч. Погнали давать сбитый. Бабах, блядь. Ебать, там сбило нахуй. Yeah, I'm on a 100 right now. Yeah, say the flow is sounding like a mixtape. They ain't see it coming like a fast break. They ain't see it coming like Jordan hitting jumpers. Yeah, they asked me when that new music about to drop. Ain't that what I gave you last week? Yeah. Oh, you done it now. Feels like I'm coming up and spit it like I'm underground. Wonder how I come into your city like I run a town. Love the sound. Started on the stage, now we in the crowd. Yeah, what's with the hype though? Told me that your record was the greatest, but you lied though. Told me they consider you a god, yeah, well I don't. Say you never live until you find something to die for. Woo!
Yeah, and then it's so true. Forget the haters, remember people you're close to. Now I'm doing things they told me I ain't supposed to. They treat me like a player, that's funny, I'm here to coach you. Go back to the bench, not where you belong. Say that you've been practicing, well maybe you should do it more. Say that you're the boss, yeah, well who did you employ? All these sucky rappers, I don't listen to them, so enough. I'm on 100. Yeah, I said I'm on 100 right now, hey. We on 100. Yeah, I said we on 100 right now. City, different time zones. You had me open up for your tour. I leave it looking like it's my show. The fans begging for the encore. Woo! Yeah, and what you know about selling merchandise right out your house? I got 40 boxes in my living room on the couch. Yeah, me and my girl about to ship them out. Oh, Lord. Yeah. Yeah, I thought I told them last record. I'm out here grinding on a mad level. Always on 100, they don't understand the mad hustle. Nah, but that's what happens when the fans love you, I know. Yeah, I ain't the norm, but I like it though. About to move the family out to Nashville. I'm sleeping on the floor, got no curtains in the bedroom. Hang up the sheets, yeah, that's the way that I roll. Yeah, they think the money about to change me. That type of talking got me angry, yeah. A lot of people trying to play me. Me and the fan base looking like the A-team. Ooh, how you telling people that we family? Hold up. Yeah, when you ain't even mad me. That's the type of thing that made upset me. Yeah, that's the type of thing that may upset me. I'm on 100. Yeah, I said I'm on 100 right now, hey. We on 100. Yeah, I said we on 100 right now, hey. I'm on 100. Yeah, I said I'm on 100 right now, hey. We on 100 right now, hey. I'm on 100. Yeah, I said I'm on 100 right now, hey. We on 100. Yeah, I said we on 100 right now, hey. Что, катапультируемся? А, не, надо сбиты ебануть. Ладно.